Меня зовут Семенов Станислав. Я работаю наладчиком станков с программным управлением цеха технического обслуживания и ремонта станков с ЧПУ ООО «Гомсельмаш». Моя трудовая смена начинается в 7 утра. Приходит мой непосредственный руководитель, старший мастер, который выдает мне сменное задание, где мы расписываемся в журнале и получаем допуск к началу работ. Я веду оперативное дежурство и выполняю график планово-предупредительного ремонта станков ЧПУ. Моя работа интересна тем, что двух одинаковых неисправностей не бывает, и это мне помогает самообразовываться, постоянно развиваться и вовремя устранять неполадки. У нас развита система наставничества. За каждым молодым специалистом, либо вновь прибывшим работником, закрепляется наставник, который вводит сразу же в курс дела, знакомит с производством, рассказывает основные моменты по технике безопасности для развития и дальнейшего роста и раскрытия какого-то потенциала трудового. Сегодня «Гомсельмаш» — это уверенность в завтрашнем дне. Благодаря трудовой деятельности в объединении мне удалось попробовать себя в участковой избирательной комиссии и поспособствовало старту моей общественной деятельности. Так как я являюсь жителем Гомельского района, живу конкретно в поселке Юбилейный, то моя общественная деятельность началась с поселка. Занимаясь активно общественной работой, меня заметили, и Улуковский сельсовет выдвинул мою кандидатуру в молодежный совет при Гомельском районном совете депутатов. Возглавив комиссию по ученическому самоуправлению, молодежным инициативам и средствам массовой информации молодежного совета при Гомельском районном совете депутатов, мы сразу к руководству Гомельского района обратились с инициативой о создании информационного пространства Гомельского района путем создания страниц в социальных сетях с последующим преобразованием этих страниц социальных сетей в одно мобильное приложение. Президиум Гомельского районного совета депутатов выдвинул мою кандидатуру в молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь, где в последующем я возглавил комиссию по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Мы выстроили систему работы в регионах, потому что, как говорит наш президент, сильные регионы и сильная экономика – это залог будущего успешного государства. Так как я являюсь сегодня работником ООО «Гомсельмаш» и большая часть моей жизни проходит в трудовом коллективе, то мне было оказано доверие возглавить молодежный совет ООО «Гомсельмаш». Молодежь «Гомсельмаша» — это сегодня более 1500 молодых, креативных и инициативных людей. Сегодня очень важно, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь проявлял активно гражданскую позицию и любовь к родному краю.